Татачи TC1030 стоит 220 рублей. Тут они бесплатно дают такую специальную сервисную наклеечку. Каждый фильтр упакован в отдельный индивидуальный пакет. Что тоже неплохо выглядит. Фильтрующий элемент. Ну, тактильно достаточно прочно сделан, неплохо. Чисто визуально никаких огрехов я не вижу. Все, ну тут достаточно неаккуратно нанесен клеевой состав, как бы периодически вылазит здесь местами. Но по большому счету это не так критично. Он не отслаивается, просто чуть-чуть вылазит. Перепускной клапан нажимается, ну, достаточно тяжеловато по относительно того же самого VIC. Мне кажется, более упруго. Динамометр покажет уже полностью, прав я или нет. По противодренажному клапану он также силиконовый, по-моему, но достаточно жестковатый. Если сравнивать, например, с тем же VIC, то, конечно, он как бы более жесткий. Уплотнительное кольцо сделано грамотно. Также его так просто не вытащишь из паза, из пазов. Резинка сама сделана неплохо. Тоже такая эластичная, нормальная резиночка, хорошая, качественная. Ну и пружина такая средняя. Общее качество исполнения достаточно неплохое. Я бы поставил этому фильтру чисто визуально, и как он исполнен, как он сделал внутри, ну, наверное, твердую восьмерочку. Фильтр Татачи. Противодренажный клапан немножко деформируется на морозе. То есть не совсем держит форму свою. Видите, немножко есть деформация. Уплотнительное кольцо. Ну так тоже. На пятерочку. Средненькое качество. Это, наверное, сплав силикона все-таки с резиной какой-то. Поставим пятерочку, не больше. Татачи испытание выдержал достойно вполне. Остался в том состоянии, как и было изначально. Все в порядке. Можем поставить ему смело десяточку.